организованная преступная группа в составе 6 человек, которые распространяли на территории области наркотики, а это именно в поселке Федоровка, в Федоровском районе, в городе Рудном и в самом городе Кустаная. Все задержанные, ранее судимые за тяжкие преступления, также за наркотики. В ходе обыска домов и квартир этих людей полицейские обнаружили в общем более 400 граммов героина, вещества, относящегося к категории сильнодействующих. Также были изъяты электронные весы, отрезки полиэтилена, приготовленные для расфасовки наркотиков, деньги более 3 миллионов тенге и 6,5 тысяч долларов, 5 автомобилей. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это незаконная перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта. На сегодняшний день проводится расследование. Напомним, уже не первый месяц полицейские проводят сезонную спецоперацию «Кокнар» МАК-2019, в ходе которой выявляют, пресекают, прикрывают каналы поставки наркотиков в регион и за его пределы. В ходе нее, кстати, чуть ли не впервые удалось задержать молодых людей, распространяющих рекламу интернет-аккаунтов, через которые можно приобрести запрещенные вещества. 17-летнего и 19-летнего парней задержали в Рудном. 15 числа уже состоялся суд. В отношении молодого человека вынесли административное правонарушение. Это штраф 5 МРП, это более 12 тысяч. Это 12 650 тенге, 5 МРП. Конечно, оштрафовали мать, потому что молодой человек несовершеннолетний. Совершеннолетний парень, пойманный за нанесение надписи, ответит за правонарушение серьезнее. Ему лично грозит штраф 20 месячных расчетных показателей, а может быть и 15 суток ареста.